Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня будем монтировать душевую кабинку метр на метр, 2,60 высоту, с баком 200 литров. Вот тут у нас еще машина груженная, еще второй потом будем ставить. Место, где будет в самом конце участка, поэтому приступаем, собираем, потом понесем. Закончили монтаж душевой кабинки. Габариты душевой кабинки метр на метр, 2,60 высоту. Свалена конструкция с профильной оцинкованной трубы 20 на 20, 20 на 40, поликарбонат карбоглаз 4 миллиметра толщиной, соты защищены торцевым профилем, лентой. Фундамент прут 100 на 100 пропитанный антисептиком. Сама душевая кабинка 2 метра в высоту и 60 сантиметров еще это парничок для бака. Также установлена утнительная резинка. Замок. Так, в душевой кабинке установлен трапик. Скрутили его из бруса 30 на 40, вбили колышки в землю, прикрутили основательно к земле. Стоит мыльница, крючки для полотенец, бак на 200 литров с подогревом. Вот здесь вот выход для шланга. Провод 220. Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня будем делать еще одну душевую кабинку. 2 метра на метр, 2,60 высоту. Все раскидали, разгрузили. Будем собирать. Где-то вот в этом месте будет она стоять. С баком, с тамбуром. Закончили монтаж душевой кабинки. Габариты душевой кабинки метр на 2, длина, ширина и высоту 2,60. Свалена конструкция с профильной оцинкованной трубы 20 на 20, стойки 20 на 40. Полимерно-порошковый окрас, цвет шоколад, по каталогу Урал 8017. Фундамент брус 100 на 100 пропитан антисептиком, поликарбонат серый. Карбоглаз, все соты защищены, там внутри за трапиком колышки забиты на полметра, закреплено в землю, трапик скрученный из бруса 30 на 40, значит, в душевой кабинке установлены два крючка, вешалка для полотенец, мыльница, леечка. Бак 200 литров с подогревом и стойка. Все, замок, все четко, красиво и надежно. Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем душевую кабинку с тамбуром двухметровую. Все разложили. Начинаем распаковку и монтаж. Там она будет стоять. Закончили монтаж душевой кабинки. Свалена конструкция с профильной оцинкованной трубы 20 на 20, 20 на 40. Труба оцинкованная. Полимерно-порошковый окрас, цвет шоколад. Фундамент теплицы брус 100 на 100 пропитан антисептиком. Поликарбонат карбоглаз серого цвета 4 мм. Соты защищены торцевым профилем. На парнике стоит прозрачный поликарбонат и уплотнительная резинка. Брус закреплен колышками. Вбито в землю все намертво. В душевой кабинке установлено трапик, скрученный из бруска 30 на 40,
стоят крючки, вешалки для полотенец, мыльница, леечка, бак с подогревом на 250 литров и шторок. Все красиво. Все, замочек. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока. Пойти посмотреть.